сегодняшний день вы уже показали нам свои изобретения в плане транспортной технологии, в плане интеллектуального ограждения. Какие еще изобретения вы нам покажете в ближайшее время? Ваши. Не все. Не все. У меня даже было, я помню, в советское время, когда США задел «Звездные войны», известная программа «Союз», «Стратегическая военная инициатива». И это одна из программ, которая, собственно, разрушила Советский Союз. А американцы, на самом деле, ничего не сделали, не придумали, это была разводка, голливудовская. Никаких у них лазеров не было, там, кинетических там, пушек, оружия и так далее. Но вот эта пресса писала и так далее, я нашел решение, как противостоять соли, антисоли. Даже писал Горбачеву письмо, помню, предлагал это. Ну, меня тоже через недельку пригласили в КГБ, побеседовать, что-то вдруг я секторируется, как КПСС письма пишу, так и так далее. Вот, например, об этом я вам не буду показывать и рассказывать. Вот даже есть такие вещи у меня. Ну, есть то, что надо нам делать, это тоже основные технологии. Одна из перспективных направлений – это вот космическое колесо, ожерелье. Только этот вариант спасет цивилизацию. Все остальное утопия, поверьте. Есть серьезный анализ, я его делал. Ни одно другое решение, ну, ракета, есть космический лифт, есть электромагнитные пушки, есть антигравитация. Там. Кто-то хочет на гусях лететь на Луну, там были такие идеи, воздушный шар, и так далее. Много идей, только вот это решение, не противоречащие физике и реализуемо сегодня, оно спасет человечество, и это не так развитие цивилизации. Это тоже мы можем показывать, рассказывать и делать. Да? Ну, это такая перспектива на 20, 30, 40, там, 50 лет. Да? А дальше он уже будет функционировать в том столетии. Более ближайшая перспектива – это вакуумное стекло, тоже струнное. Оно очень простое, потом я ноу-хау-то не раскрываю. Ну, представьте, ну, самый хороший заряд, теплый заряд, вакуум, вакуум термоса делает с вакуумной простой. Потому что там отсутствует вещество, газ, и нечем передавать тепло, да? И представьте, вот стекло толщиной там, 15-20 мм, вот вакуумное стекло, по теплоизоляционным свойствам заменит кирпичную стену толщиной 1,5 метра. Тогда можно строить другие здания, где стекло, это стена, это вакуумное стекло, а несущий каркас – это кому? Так вот, я не понимаю современных архитекторов, то, что они строят дома, которые жить невозможно. Для меня архитектура – это вот как кожа, это поверхность, да? Которая защищает то, что внутри, от внешних воздействий. И создает благоприятный режим для функционирования для организма. Да. Тепловое, тепло, чистый воздух должен быть, да? Свет должен быть и так далее. Да, вот, стекло пропускает свет. А заметьте, что мы вот в здании, на улице солнца, светит 1,5 киловатта мощности на квадратный метр, а по смыслу калампочек или? Разве это правильно? Неправильно люди строят. Дома неправильно строят. Поэтому даже имея вот вакуумное стекло, имея вот такую дорогу, второго года, да, имея вот такую инфраструктуру, можно по-другому строить города. Более эффективно, более пригодные для жизни, для здоровья, да. Поэтому вакуумное стекло здесь тоже нужно. Вот одна из технологий, которую мы будем делать. Потом построить технологию, можно строить взлетно-посадочные полосы, когда нет стыков, там еще делается сплит, а потом сверху кладут асфальт, набегают не кладут, и вот это колесо, когда шасси ту-ту-ту-ту-ту, и когда взлетаете, тоже ту-ту-ту-ту-ту, а иногда это плохо качается, ту-ту-ту, а потом колесо отвалилось, все пробили. Такие случаи было бы. Или арматур торчит, и про кого лучше, ну, сама это тоже, аварии все пробили, да? Это плохо. Так вот, если будет трудно, сколько посадочная полоса, там не будет ни одного стыка. Абсолютно как только полоса. Вот эта технология, естественно, будет реализована, да?
Потом построим технологию, мы можем построить лицо на мосты, но они будут несколько дней. Автодорожные мосты, железнодорожные мосты, пешеходные мосты. При этом, опять же, у них не будет температурных школ, стыков, будет тоже абсолютно ровно холодно. Ну и другие технологии, которые являются тоже струнными. Мы их тоже будем показывать и делать.